Как на Дерибасовской, угол Ришельевской, а в 8 часов вечера разнеслась весть, что у нашей бабушки, бабушки-старушки, шестеро налетчиков отобрали честь. Вот тот перевертот, бабушка здорова, вот тот перевертот, кушает компот, вот тот перевертот и мечтает снова, вот тот перевертот пережить налет. Бабушка страдает, а бабушка вздыхает, потеряла бабушка и покой и сон. Двери все открыты, но не идут бандиты, пусть придут не шестеро, хотя бы вчетвером. Вот тот перевертот, бабушка здорова, вот тот перевертот, кушает компот, вот тот перевертот и мечтает снова, вот тот перевертот пережить налет. Не выходит бабушка из дому на улицу, принимает бабушка на ночь аспирин, а под вечер вынимает жареную курицу, ей не надо четверо, пришел бы хоть один. Вот тот перевертот, бабушка здорова, вот тот перевертот, кушает компот, вот тот перевертот и мечтает снова, вот тот перевертот пережить налет. Не гуляют бедные и не пьют налетчики, не пугают бабушек, к ним врываясь в дом, не гудят с девицами, лечатся налетчики, вызывают доктора сразу в шестером. Вот тот перевертот, бабушка здорова, вот тот перевертот, кушает компот, вот тот перевертот и мечтает снова, вот тот перевертот пережит налет. Вот тот перевертот, бабушка здорова, вот тот перевертот, кушает компот, вот тот перевертот и мечтает снова, вот тот перевертот, пережить налет.